Wiem, że ciężko to zrozumieć, ale muszę iść. My myśleliśmy, że nie żyjesz. Co? Co to jest? Później wszystko wyjaśnię, ale nie... Co się z tobą działo? Obiecuję. Moi ludzie mówią, że to rozwiedzki agent na usługach Subowa. Chcę odkryć jego prawdziwych mocodawców. Chodzi o Fenris? Wiesz coś o Fenris? Nie, nie, nie. Najpierw ty. Czemu pracujesz dla Zubowa? Co to za skafander? Jakim cudem ty żyjesz? Czekam. Cztery tygodnie temu byłem na konferencji pokojowej w Sankt Petersburgu. Chroniłem naszą delegację, ale rozmowy przeciągały się w nieskończoność. Verdammte Polaner! Wir brauchen waschen Kartoflen zum Essen! Nie! Nam nużna kartoszka dla wodki! Bolsze wodki! Łapy precz od naszych pyr, bo nogi z dupy wyrwę! No dalej, Lechu! Porządnie mu przywal! Postawiłem na ciebie flaszkę bimbru. Jednak nie ma to jak polityka. Азартные игры на шнапс или деньги запрещены. Хазард есть тогда, когда не зна się результату. Твой человек и вуй побьем się перед концем розмов. Заклад? Так ты племянник Леха Коса? Янг, верно? Ты знаешь меня? Я... видела тебя. Не стоит тебе лазать по крышам. Кто-то может и за снайпера принять. Мусял бы иметь карабин. Ваши люди зарекфировали всем бронь. Помнишь о том? Это дружеские переговоры. Пусть такими и остаются. А то покоеви напастницы. Техота, звичайна бронь. Мятежники. Как достались до места? Это я и хочу выяснить. Я тоже. Нет, у тебя даже нет. Ну что? Хорошо, но не путайся под ногами. У нас новая основная задача. Швед на месте. Тут не на что смотреть. Тут целая группа. Już nie żyjesz. Albo my, albo oni. Дорвы тебе! В следующий раз подготовьтесь получше. Сенсовне. Не обращайте внимания на перемещение больших сил врага. Мост должен был охраняться. Может, кто-то повинен вызвать на диванник шефа охраны разведов? Не смешно. По делам. Герой получил повышение. Герой получил повышение. Я с ними покончила. Воле мой карабин. То добрый план. Основная задача выполнена. Любимая зверушка царя братается с врагом. С дороги, Зубов. Это были они. Поланцы открыли ворота, когда их представитель меня атаковал. Булка с маслом. Что? Они не могли этого сделать. Это был кто-то из своих. Я буду лично охранять царя, пока мои солдаты не отразят нападение. Дворцовая стража контролирует ситуацию. Вот уж вряд ли.
Что за Палант? Да уж, к несчастью, у него есть основания так думать. Где остальные? Держи, я отправлюсь в штаб. Встретимся там, если еще хочешь помочь. Чему не можем пойти разом? Вот потому. То был świetny gwizd. Черт. Не, серьезно, правда добрый, але может повиннішми уж пусть. Что-то сильно не так. Поспешим. У нас новая основная задача. Что далее? Добра децизия. Не обращайте внимания. Łatwizna. Sensownie. To dobry plan. Tak. Jasna sprawa. Idzie ich więcej. Сейчас выясним. Вперед! Да, госпожа. Швед на месте. Дорвече! Что? Дай мне какие-то задания. Меня атакуют! Герой получил повышение. Герой получил повышение. Откуда они все здесь? Ребята, присоединяйтесь. Нам пригодятся такие бойцы. Видите. То raczej nie pomoże w rokowaniach pokojowych. Думаешь? Jasna sprawa. Ждем приказа. Mamy jakiś plan? To dobry plan. Cudownie. Sensownie. Łatwizna. Что дальше? В укрытие, вон туда. W porządku. To dobry plan. Иде. Тот враг. Один. Добра децизия. Вижу силы противника. Что здесь творится, солдат? Они забаррикадировали мост. Там не пройти. Черт, как это случилось? Охраны не было, и их никто не остановил. И что teraz? Неподалеку есть убежище. Там все, что нам нужно. Białe flagi? Детонаторы. Но тоже могут помочь. У нас новая основная задача. Дай мне какие-то задания. Побочная задача выполнена. Целая группа. Świetne место. Прошу бардзо. Не помешает. Łatwizna. Тут не на что смотреть. Так, в порядке. Чего очи не видят, того сердце удобнее. Łatwizna. Idę. To dobry plan. Idę. Na этот раз всего один. В порządku. Albo my! A masz! Przybyła! Ani na nas napadli! Na ich naszych boiwych jedynicy nie było ratunki. Z nimi pokończone. Albo my, albo oni! Прячемся в тени. Nie byli tacy mocni. Да, что тут творится? Сейчас выясним. Вперед! Да, госпожа. Дорвече! Это мое убежище.
Здесь я храню оружие и дистанционные детонаторы. Чему атакują właśnie teraz? Nie mogliby przeprowadzić tej swojej rewolucji po podpisaniu rozejmu? Слушай, царь Николай хороший человек. Этих революционеров кто-то использует. Wiadomo, w końcu ostatnie lata były ciężkie dla wszystkich. Na co czekamy? Wejdź do środka i znajdź te detonatory. Łatwizna! Nie обращайте внимания. Jasna sprawa. Sensownie. W porządku. Proszę bardzo! Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Dobrze? Prячемся się w cieniach. Do dzieła! Вот так. Я могу прикреплять детонаторы к зданиям или машинам и подрывать их издалека. Ładnie. С теми баррикадами певне теж бы собі порадили. Верно. Что далее? Łatwizna. Świetne miejsce. Дай мне jakieś задание. В порядке. То добрый план. Idę sensownie. Idzie ich więcej! Mamy jakiś plan? Świetne miejsce. Proszę bardzo! Już nie żyjesz! Dobra decyzja. Czym mnie zaniecę? Размещаю заряд. Дай мне jakieś задание. То добрый план. Не обращайте внимания. Ну все, ты со мной. Так точно. Łatwizna. То не przypadek, że coś takiego dzieje się podczas rokowań. Для простого солдата ты очень смекалистый. Wiesz, o co tu chodzi. Сейчас не время. Казармы уже рядом. Вижу несколько целей. Już nie żyjesz! Rewolucję nie zastanowić! Сейчас взорвется! Они на нас напали! Пора сражаться! Покончим с этим! Dorwę cię! Где можно передать? Так! Тут не ясна справа! Już nie żyjesz! Они нас обстреливают! Sensownie! To dobry plan. Do dzieła! Nie обращайте внимания. Łatwizna! Pomasz! Ogonimy! Герой получил повышение! Мы здесь закончили. Dobra decyzja. К дворцу, товарищи! Вперед, товарищи! Już nie żyjesz! Вижу силы противника. Покончим! Они на нас напали! Передавай, ты как с этим разберется. Прячемся в тени. Подзинкуя. Послание мне! Передавай отряд под огнем! Не обращайте внимания. В следующий раз подготовьтесь получше. Добрый план. Судовне. Иде. Тут не на что смотреть. В порządku. Алексей! Что случилось? Где все? Стой тут! Ольга! Пся кровь! Чанга, это друг. Jezu, to jest tygrys. Нужно добраться до дворца и по пути найти подмогу. Co się stało? Они все мертвы.
отравлены. Кто-то запер Чангу, но она чудом выжила. Эй, прикрой мне, направда. Брось, идем во дворец. У нас новая основная задача. Группа. Основная задача выполнена. Не обращайте внимания. Латвизна. Добже? В порядку. Świetne miejsce! Idzie na nas na palę! Proszę bardzo! Już nie żyjesz! Mają tu nas! Chodzimy, sir! Chcecie ubić mnie? Broni! Pomasz! Dorwę cię! A nie ma zamknięcia! Broni! Idę! Больше нам не помешает. Жира, ясно! Юж не жиешь! Ясна справа. Сенсовне. Прошу бардзо! Юж не жиешь! Амаш! Шутала группа! Меня атакуют! Кончим с этим! Прошу бардзо! В порядку. Добра децизия. Ясно, вижу справа. Несколько целей. Прячемся в тенях. Дорвече! Обстановка накаляется! Прошу бардзо! Альбо мы, альбо они! Дорвече! Альбо мы, альбо они! Wiesz, кто стоит за этим атакем, правда? Бо на pewno не революционисты. Их использовали. Чьим? Фенрис. Кто? Скорей! Дворец на другой стороне реки. A więc to jest Fenris? Ja... nie wiem. Вперед! Co to było? Ja nie знаю. Вперед. Нам нужно найти царя Николая. Już nie żyjesz! Герой получил повышение. Основная задача выполнена. Дорвече! К прямому столкновению. Наши поступки красноречивы, Слов. Двигай! Лучше нас никого. Пока оставим гранаты. В этот раз у нас будет план? Передовой отряд готов встретить врага лицом к лицу. Идем! Всегда используйте передовая пехота. Вижу многочисленные силы противника. Заняли укрытие. Просто дайте нам приказ. По мне стреляют! Похоже, тут вечеринка. Передовой отряд под огнем! Что надо сделать? Каждый выстрел на счету!
поблизости враги. С этим разберется. На меня напали! Здесь будет безопасно. Цезарь, кто-то пристрелим их! Они на нас напали! Прикройте нас! Враг обстреливает мою позицию! Давай, заплатили сполна! Открыть огонь! Вижу многочисленные силы противника. Пристрелим их! Передовой отряд под огнем! Одна из наших машин уничтожена. Это важно. Уничтожим их! Ответьте огонь! Он умрет! Уничтожим их! Колокол здесь. За негодяи. Догадайся. Так он решил вмешаться? Обсудим это позже. Жду команд. Я займу позицию там же, и что нужно? Всегда в пути. Мчим со всех ног. Слушаю. Неплохое место для костра. Давайте готовить. К службе готово. Просто дайте нам приказ. Всегда используйте укрытие. Идем. Здесь будет безопасно. Патрулируем. Замечен противник. Идем. На марше. Противник в меня стреляет. Боевая единица идем. Получила ранг ветерана. Сюда. Патрулируем. Двигай. Каждый выстрел на счету. Вижу многочисленные силы противника. Дураки. Идем осторожно. Бегом в укрытие. Враг. Целься. С ними покончено. Открыть огонь. Жду приказов. Я их уничтожу. Тут враг. Передовая пехота. Пристрелим их. Огонь! Ядрёна феня! Их нужно найти. Янек!
Ваше Величество, я обязана доложить. 98 солдат и гвардейцев погибли. Сама-то в порядке? Нет, точно нет. Моих людей отравили, как крыс. Чудовищно! Атаковал кто-то свой. Говорят, что охрана была недостаточна. Винят тебя. Скорее! Ты меня слышишь? Ник, вон мне сознание! 70% тела сильно обожжено! Я отправил кайзеру Фридриху телеграмму. Объяснил, что нападение — дело рук Фенриса. Он хочет продолжить переговоры. Но Распутин считает это недальновидным. Величайшая угроза нашей стране — это не война, а революция. Если мы отнимем у народа общего врага, они найдут себе нового. То есть мы ведем ненужную войну, чтобы отвлечь народ? В этом случае она становится нужной, верно? Вы же знаете, это надо остановить. Давление низкое, сверху! Больше крови! Я освобождаю тебя от обязанностей. У тебя больше не будет официальной должности. Мне стоило прислушаться к тебе раньше. Пока Фенрис строит заговор против нас, мир под ударом, а может и империя. Я хочу, чтобы ты раскрыла их и уничтожила. Сделай все тихо, но наверняка. Удачи. Будет сделано. Другого шанса у нас не будет. Гаечный ключ. Зрозуміло, що місце нього не вчинило. Мілоєдні хірурги в Гарбле, а Буль був чулим, як над металем скура сходить за мені плотами. Полегче, боєць! Чёрт! Не могу він зробити, що його скафандр якось вовчить його з моїм чолом. Мишлявим, що зварює. Był jakiś koszmar i musiałem się z niego wyrwać. Что на это? Я с ними разберусь. Ого! Я справлюсь. Кто-нибудь выйди меня отсюда, живо! Кнопки, рычаги. Тут написано «аварийное». Готово. Посмотрим. Что за черт? Это одна из штуковин, напавших на дворец. Никогда такого не видел. Ты пойдешь со мной. Я могу помочь, я с ними разберусь. Я знаю, куда иду. Вы покойники! И сюда! Значит, вперед! Лаборатория была на военной базе Руссвета. Дождь шибко выкридожил Чекуэн. Мне сюда! Что? Господи! Тревога! Там что-то! Мне надо отсюда выбираться! Нужно шевелиться. Значит, вперед. Я справлюсь с чем угодно. Похоже, здесь они разбирают машины и орудия. Ни одна машина не похожа на ту, что в той лаборатории. Ох, нельзя принимать слишком много морфина. Голова должна оставаться ясной. Ого! А вот это я узнаю. Думаю, я справлюсь. Посмотрим, кто тут инженер.
Мне сюда. Ясно? Разорвем их! Мне сюда. Начинаю! Вот это другое дело. Вон оно! Я же говорил, что не вру! Убить эту тварь! Отлично! Пробуйте, пробуйте, сволочи! Пора идти! Получай! Давай, Янек, скорей! Я знаю, куда иду! Мне сюда! Нужно шевелиться! Какого? Тревога! Нарушитель! Проклятье! Я знаю, куда иду! Значит, вперед! Вы покойники! Нужно шевелиться! Ясно? Нужно шевелиться! Я знаю, куда иду! Либо они, либо я! Вы покойники! Подходите, я здесь! Они все мертвы! Это все, что вы можете? Им стоило подумать, получай! Они все мертвы! Вы покойники! Герой получил повышение! Подходите, я здесь! Пешки! Либо они, либо я! Вы покойники! Открыть ворота! Что тут было? Заткнись! Обыскать местность! Эй вы, обыщите лес! Тот, кто это сделал, может попытаться сбежать! Есть! Надо отсюда выбираться! Нужно шевелиться! Посмотрим! Мне сюда! Я справлюсь с чем угодно. Другие заключенные. Может, они сумеют помочь? Пробуйте, пробуйте, сволочи! Да? Получай! Вижу отряды противника. Посмотрим. Вы покойники! Меня не убить! Я знаю, куда иду. Получай! Нужно либо они, либо я. Я знаю, куда иду. Понял. Чудовище! Я могу вытащить тебя отсюда. Или хочешь остаться? Я пойду с вами. Охрана забрала остальных на северную базу. Не знаю, что с ними сделают. Нам может пригодиться твоя помощь. Идем. Значит, вперед. Их много! Мне сюда. Я справлюсь. Поднимайте подходящую цель! С ними покончено, значит, вперед. Недооценил. Посмотрим. Мне сюда. Кажется, это противник. Вон там! Еще пленные! Давайте освободим их. Значит, вперед. Враг в поле видимости. Ясно. Они на вас опыты ставили. Что ты знаешь про этот экзоскелет? Ничего. Но там есть лаборатория, где на нас испытывали такие экзоскелеты. Пригодилось бы больше экзоскелетов. У нас новая повышенная задача. Нужно шевелиться. Я знаю, куда иду. Значит, вперед. Мне сюда. Значит, вперед. Ясно?
Похоже, это единственный путь из леса. На другой стороне свобода. И, возможно, тот, кто снимет с меня этот костюм. Значит, вперед. Они уже здесь! Мне сюда. Нужно шевелиться. Кажется, это от противник. От них пора избавиться. В нас стреляет противник! Я с ними разберусь. Одна из наших боевых единиц получила ранение. Они ничему не учатся. Я справлюсь с чем угодно. Нужно шевелиться. Скажи, что нужно. Не вечно же. Что на этот раз? Ясно. Здесь мы испытывали экзоскелеты. Вперед! К силе ты привыкнешь, а красная кнопка позволит тебе запрыгивать на утесы. Давай отсюда выбираться. Побочная задача выполнена. Готов к бою, от них пора избавиться. Инженеры! Мне придется всем тут помогать. Получай! Они уже сломались! Я о них позаботилась. Мне сюда. Я с ними разберусь. Они идут! Одна из наших боевых единиц получила ранг ветерана. Значит, теперь я справлюсь. Нужно шевелиться. Не при... Что-нибудь сломать? Что на этот раз? Мне сюда. Видим врагов. От них пора избавиться. Отбросим их! По этим скелетам стреляют! Я справлюсь. Инженеры к бою! Нужно шевелиться. Я справлюсь с чем угодно. Я знаю, куда иду. Мне сюда. Молодец! Прорыв! Наконец-то! Стая подопытных крыс станет могучей силой, если вести ее будет один из наших суперсолдат! Наверное, ты чувствуешь себя не в своей тарелке, Виктор. Прости. Хотел бы я быть рядом, когда ты очнешься. Но ты просто неудержим, верно? Гляди, Чанга, вечеринка. А нас не пригласили. С чего мне приглашать гражданское лицо на военную базу, м? Кого-то без звания и должности? Вышвырните ее. А может, кого-то, кому нечего терять? А вот это очень любопытно. Какой-то тайный проект зубов. Настолько тайный, что о нем сам царь не знает. Отставить! Это больше не твоя забота. Что, тебе так хочется снова к нему подлизаться? Я просто хотела узнать, что ты еще скрываешь зубов. Царь будет рад узнать, что за великолепный подарок его верные инженеры подготовили к его именинам на следующей неделе. Кстати, давайте взглянем, насколько великолепный. Месяц отдыха на Черноморском побережье тому, кто найдет уязвимое место! В атаку! У нас новая основная задача. Основная задача выполнена. Их много! Они уже здесь! Я с ними разберусь. Обороняйте, инженеры, в беде! Найдем их уязвимое место! Одна из наших боевых единиц получила ранг ветерана. Еще! Замечен одиночный противник! У нас тут неприятель! Дел Багулан! Посмотрим. Нужно
поражена. Нет, мы еще не закончили. Я знаю, куда иду. Я справлюсь. В нас стреляет противник! Я даю повышение. Не прекращайте. Посмотрим, сколько он выдержит. Значит, вперед. Видим врага. Получай. Покорно! Я справлюсь. Контакт с врагом! Найдем их уязвимое место! Пора их сломать! Им стоило подумать. Либо они, либо я! Нас отстреливают! Отряд пехоты! Видели, на что он способен, и он будет становиться лишь сильнее. Верните его в лабораторию и подготовьте. Утром он поедет со мной. И уберите эту дрянь с моих глаз. Обнаружите ее здесь в следующий раз. Пристрелите. В тебе жизнь. Ты был почти мертв, когда я нашла тебя. Сними его живо! Даже если бы я знала, как его снять. Это не просто экзоскелет. Он встроен в твое тело. Передовая технология самого Николы Теслы. Теслы? Вранье! Он нарушил молчание пару недель назад. Разослал письма царю Николаю, кайзеру Фридриху и, насколько нам известно, остальным мировым лидерам. Он предупредил об организации под названием Фенрис, тайное общество влиятельных людей. Они расшатывают правительство и начинают войны. Они ответственны за мнимый переворот в Санкт-Петербурге. И, как следствие, за твое состояние. И что? Пускай! Я думаю, наш друг Зубов один из них. Но должны быть и другие. У него одного не хватило бы сил. Мне нужно выбраться из этой штуки. Я не могу тебя вытащить. Никто не может. Это тебя убьет. Я вернусь в Паланию. Там найдется кто-нибудь, кто поможет. Виктор Попов не стал бы бежать. Тебя убьют, как только поймут, что ты не он. Уж лучше смерть, чем такая жизнь, верно? Я не для того подменила Виктора на тебя, чтобы ты отправился на тот свет. Знаешь, за сколько ниточек мне пришлось дернуть, чтобы ты попал в программу, о которой я даже знать не должна? Может, поблагодарить тебя? Ладно. Хочешь бежать? На здоровье. Но сперва... Что ты сделала? Если я права, программа будет очень занятная. Как прием, солдат? Война окончена. Пока ты был здесь, Саксония и Русвет заключили перемирие. Это отлично. А Павания?
Ее заставили принять русветскую оккупацию. Твой дядя, как и многие другие, этому не рад. Они еще сражаются. Ольга Морозова, глава контрразведки. Простите, сударыня, но я прошу вас уйти. Приказ полковника Зубова. Это было ожидаемо. Спасибо, сударь. Доброй ночи. Придется найти другой путь. Ты вообще где? В живописной долине под Санкт-Петербургом. Здесь проходят официальные торжества по поводу перемирия. А, шампанское и игра для наших доблестных политиков и генералов. Стража. Надо быть осторожнее и не попасться им на глаза. Конечно. Тут не на что. Выдвигаюсь. В пути. Вижу силы противника. Конечно. Я укроюсь здесь. Основная задача выполнена. У нас новая основная задача. Лучше бы найти укрытие. Почему ты считаешь Зубова предателем? Он отличный командир. Амбициозный, образованный, жесткий. Но он одиночка. Да и к тому же еще та сволочь. Так как он добился нынешнего положения? Не может быть, чтобы он смог вскарабкаться наверх так быстро, без помощи влиятельной фигуры. Мне нужно незаметно раствориться среди других гостей. Туда? Честно, на Дальнем Севере есть люди, способные говорить с животными. Бздура. Не вопрос. Конечно. Туда? Вроде подходящий. Вижу несколько целей. Конечно, лучше бы найти укрытие. В пути. Выдвигаюсь. Der Kaiser ist schwach. Sein Ruf im Volk ist völlig am Boden. Is it true they mocked him openly in the newspaper? Was für eine Schande. Pressefreiheit nennen die das. I wonder where they got that from. Jak ja się cieszę, że wojna się skończyła. Думаете, на вашей стороне все об этом знают? Говорят, в Полании до сих пор сражаются повстанцы. Wiesz, to dlatego, że w Polanii wciąż są wasze wojska. Sie haben Mut, hier aufzukreuzen, Zubov. Die würden Sie für Ihr Versagen von der Klippe stürzen. Я не знаю, о чем вы говорите, генерал Штурм. Ihr kleiner Coup hat nicht geklappt und wir verlieren die Kontrolle. Возможно, вам не помешает себя контролировать, генерал. Как можно обсуждать такие дела прилюдно? Na gut, dann besprechen wir es in der Halle vor allen anderen. Если я начну тонуть, то я и тебя с собой заберу, паскуда. Как думаешь, это наши первые члены Фенриса? Это был Зубов? Да, и я его достану, когда придет время. Они встретились в зале, и генерал угрожал сбросить Зубова с обрыва. Похоже, я знаю, где пройдет встреча. Осталось только туда добраться. Кстати, спасибо, что спасла мою шкуру, наверное. Они сказали, что у тебя почти нет шансов выжить. Прости, что тебе приходится жить в этой штуке, но ты хотя бы жив. Я от этого избавлюсь как-нибудь. Это очень даже мое дело. Если там столько важных шишек, нужно больше охраны. Вдруг повторится то, что случилось в Санкт-Петербурге. Я сказал, это частная вечеринка. Проваливай! Это... А ну, стой, где стоишь! Я тебя... Ах, ничего ты не сделаешь. Они с Фенрисом. Я могу либо пробраться в замок, чтобы меня не заметили, либо устранить их, чтобы они не подняли тревогу.
Нужно найти путь наверх, в замок. И нельзя, чтобы кто-нибудь поднял тревогу. У нас новая побочная задача. Замечен один противник. В пути. Вижу перемещение Конечно. Больших сил врага. Здесь одиночная цель. Не обращайте внимания. Вижу силы противника. Выдвигаюсь. Похоже на одиночную цель. Туда? Вижу перемещение больших сил врага. Туда? Вроде подходящее место. За родину! Почти на месте, и меня еще не обнаружили. Похоже, это вон то здание. Мило, что вы почтили нас своим присутствием. Расскажите, как прошла последняя операция? Она была частично успешной. Готов поклясться, отнюдь не с покойником я проговорил вчера весь день. Господи. Так вот, теперь мы знаем, что Тесла не просто нашептывает правителям свои советы. Он активно вмешался в наши планы, что стало сюрпризом для всех нас. Наш план от początku był zbyt złożony. Kula w łeb już, tak jak wcześniej z arcyksięciem. Выстрелить очень легко, брат Ремигиус. Обвинить других в этом требует больше работы. As soon as the Tsar and the Kaiser have time to focus on what's going on behind their backs, we are screwed. They must go. Господа, у нас заминка, но все же... Наше влияние сильнее, чем когда-либо. Мы даже нашли способ расколоть Саксонию. Витас? Наш план приведен в действие. Кайзер Фридрих уже покойник. Просто пока не знает об этом. А что касается рассвета, революционеры убьют царя Николая и погрузят страну в хаос. В итоге... А пока нам нужно отвлечь царя и заставить его начать войну. Я уверен, с вашими талантами вы сможете использовать повстанцев Полании, верно? Конечно. Wszystko stoi pod znakiem zapytania, dopóki Tesla może nam pokrzyżować szyki. Może to i szaleniec, ale jest też geniuszem i dysponuje znacznymi środkami. Согласен. Я работаю над этой проблемой с тех пор, как пришли его письма. У меня есть сведения о бывшем сотруднике Теслы. У него может быть информация о том, как обойти защиту Теслы. Зубов, это ваш шанс искупить вину за неудачу в Санкт-Петербурге. Найдите его и доставьте ко мне. И, полковник, ваш следующий промах будет последним. Ты это слышал? Если они хотят использовать Поланию для новой войны, их нужно остановить. Мы должны остановить их. Ладно, я в деле. Ключи мой экзоскелет, и я с ними разберусь. Нельзя просто взять и убить генералов и царского советника. Меня не волнуют последствия. Дело не в этом. Убив этих людей, мы замедлим Фенрис, но... Ты слышал? Есть и другие. Повсюду. Может, сотни. Если мы хотим остановить Фенрис, придется вырвать его с корнем. Зубову нужна его новая игрушка. Ты станешь прекрасным шпионом. Нет, нет, нет. Поработай с ним, стань частью Фенриса, а затем отомсти.
А я пока отправлюсь в Дрезден, предупредить кайзера Фридриха об опасности. Поговори с царем Николаем. Я не думаю, что он поверит. Григорий Распутин умеет заручаться поддержкой влиятельных людей. Мы сами по себе. Или мы, или они, мой друг. Ten plan napawał mnie obrzydzeniem, ale miał rację. To potężni ludzie toczący wojny dla własnych korzyści. Nie powstrzyma ich system, który zbudowali. Nam mogło się udać. My już blisko. Granica через пару сотен метров отсюда. Но зачем нам ее пересекать, если она надежно охраняется? Она прикрыта только со стороны Саксонии. Балансы в рамках перемирия лишены права размещать здесь тяжелое орудие. Здорово. Мы здесь, а это граница. А вот тут главная саксонская база. Я отправил два отряда на разведку. Твой отряд должен встретить их тут и тут. Разве мы не ставим под удар перемирия? Это санкционировано? Что если нет? У тебя есть возражения? Хотелось бы знать, зачем мы здесь. Ха! Ладно. Мы ищем человека на саксонской базе, которая в часе пути отсюда. Человека, владеющего очень нужными Русвету сведениями. Так зачем осторожничать? Пара пограничных патрулей нашему войску не доставят проблем. Не доставят, но я не люблю сюрпризы. Да и ни к чему всему миру знать о наших планах. Как ты и сказал, не стоит ставить под удар перемирие. Довольно болтовни. Мои разведчики опытные и верные люди. Они наверняка уже нашли безопасный путь. Я ожидаю от тебя великих деяний, друг мой. Вперед! Я могу помочь. Просто дайте нам приказ. Ну, поехали. Надеюсь, это того стоит. Этот экзоскелет меня пугает. Тихо, он здесь. Ясно. Я справлюсь. Они нас отстреливают! Мы здесь закончили. Нужно шевелиться. Мы видим множество врагов. Мне сюда. Тут враг один. Я знаю, куда иду. Я с ними разберусь. Передовой отряд под огнем! Одна из наших боевых единиц получила ранг ветерана. Я знаю, куда иду. Значит, замечена групповая цель. В этот раз у нас будет план? Идем. Что на этот раз? От них пора... Пробуйте, пробуйте, сволочи! Избавляйте удачу! Двигаемся! Видим врага! Единица с рангом ветерана повысила ранг до элиты. Герой получил повышение. Пешки. Они нас обстреливают! Просто дайте нам приказ. Здесь будет безопасно. Двигай! Заняли укрытие. На марше! Дел по горло. Нужно шевелиться. О, враг не один! Есть! Пробуйте, пробуйте, сволочи! Они заплатили сполна. Одна из наших боевых единиц получила ранг ветерана. Они на нас напали! Время закончено. Ясно. Что на этот раз? Вы покойники! Ух ты! Мне бы такой экзоскелет! Вот уж нет. Не надо тебе такого добра. От них пора избавиться. Мне сюда. Я с ними разберусь. Знаю, куда иду. Значит, вперед. Мы видим... Впереди бронебойное орудие. Если получится, надо уничтожить орудие до начала главной атаки. У нас новая побочная задача. Мне сюда.
Я знаю, куда иду. Где они? Эй, есть кто живой? Мне это не по душе. Где они? Может, их поймали? Проклятие. Придется положиться на второй отряд. Ясно? Я справлюсь. Враг! Они нас обстреливают! Получай! Замечена групповая цель! Им стоило... Почему мы убиваем этих людей? Война разве не кончилась? Разве не странно, что мы вообще здесь? Значит, вперед. Либо они, либо я. Мы здесь закончили. Покойники! Либо они, либо я. Да! Вы покойники! Я знаю, куда иду. Мне сюда. Нужно шевелиться. Мне сюда. Враг не один! Нужно шевелиться, я с ними разберусь. Мы ведь... Они нас обстреливают! Мы здесь закончили. Значит, вперед. Я справлюсь. Знаю, что напрашивают. Ясно. Видим врага! Понял. Дел по горло. Я с ними они разберусь. Они на нас напали! Вы покойники! Они все мертвы, либо они... Они нас напали! Мне сюда. Посмотрим. Получай! Они нас обстреливают! Мне придется всем тут помогать! Дураки! Значит, вперед! Мне сюда. Готов к бою. Я знаю, куда иду. Значит, вперед. Я знаю, куда иду. Понял. Надеюсь, тут нам больше повезет. Эй, есть кто живой? Значит, полковник Зубов прислал свое ручное чудище. Видно, не хотел больше ставить под удар настоящих солдат. Почему вы в паланской форме? Если кто-нибудь нас увидит, свалим вину на чертовых повстанцев. Но, разумеется, нас никто не заметил. Мы ведь не громадные неуклюжие чудовища в самом деле. Вы что-нибудь нашли? Так точно. Пост перехвата вон там на холме. Похоже, он частично функционирует. Нужно отключить антенну, прежде чем начнем основную часть операции. Ага. И еще на нашей стороне жутко страшное и сильное чудище. Это чудище даст тебе такого пинка, что в Дрезден улетишь. Хочешь что-то сказать? Я так и думал. Прости, друг. Не хотел оскорбить ручную зверушку Зубова. Собьем эту антенну. У нас новая основная задача. Другое задание? Пожалуй. Дай угадаю. Ясно? Я справлюсь. Передовой отряд под огнем! Они пора сражаться! Мы победили и заплатили сполна. Мне сюда. Тут враг! Один! Замечена групповая цель! Нужно шевелиться. Я справлюсь. Мы видим множество врагов! От них пора избавиться. Ясно, я с ними. Замечена групповая цель! Они нас обстреливают! От них передовой отряд с этим разберется! Ясно. Нужно шевелиться. Ясно. Я справлюсь с чем угодно. На этот раз всего один! Нужно шевелиться. Значит, вперед. Я с ними разберусь. О,
я справлюсь. А твои силы ниже ранга лейтенанта повысил ранг до элиты. Давай их научиться отсюда. Посмотрим. Враг не один. Ясно. Значит, вперед. Понял. Я справлюсь с чем угодно. Ясно? Замечена групповая цель! Есть! Я с ними разберусь. Одна из наших боевых единиц получила разбудить. Мы победим их вместе! Я справлюсь с чем угодно. Посмотри, вдруг найдешь что-то полезное. Нужно сделать все, чтобы радиовышку никто не мог использовать. Плохие новости. Последнее полученное сообщение было о подозрительных шпионах-паланцах, рыскавших здесь. Их взяли в плен. Наши невероятно незаметные разведчики. Куда их забрали? Их держат здесь. На маленькой базе по ту сторону границы. Нужно освободить их, пока саксонцы не поняли, кого поймали. Ясно. Почему так долго, чтоб вас? Готово? Так точно. Вы из ума выжили? Отлично. Нужно забрать наших братьев. Пора показать саксонским свиньям. Веди нас, Франкенштейн. У нас новая основная задача. Я могу помочь. Я знаю, куда иду. Мне сюда. Ясно. Нужно шевелиться. Тот враг. Ясно. Значит, вперед. Мне сюда. Ясно. Мне сюда. Мы видим множество врагов. Я справлюсь. Единица с рангом ветерана повысила ранг до элиты. Кто них не спана? От них пора избавиться. Пока можно передохнуть. Нужно шевелиться. Значит, вперед. Мне сюда. Готов к бою. Будем. Передовая пехота, если нужно. Я могу помочь. Я справлюсь с чем угодно. Дай угадаю. Господи. Да-да. На него и без слез не взглянешь. И дерется, как баба. Ну, с такой бабой я бы танцевать не стал. Но полковник считает, что из него выйдет толк. Вы нашли то, что искал полковник? Да, вот. Этот мост — единственный выход из долины с саксонской стороны. Здесь остались старые укрепления и несколько домов. Мы удержим эту позицию, нам почти ничего не угрожает. Да, и никто не сможет покинуть долину живым. Мы займем мост, если так хочет полковник Зубов. Да уж, спорить не буду. Что полковник хочет, то он и получит. У нас новая основная задача. Я могу помочь, ясно? Что за черт? С чего они взяли, что могут так с тобой разговаривать? Они с Зубовым. Сами по себе. Не беспокойся и не лезь на рожон. Нужно шевелиться. Я знаю, я справлюсь. Пусть вы цуйни! Я с ними разберусь. Но скажу я вам, это чудище немало урона наносит. Да, но сидеть внутри ловушки до самой смерти — я пас. Значит, вперед. Артиллерия, падни! От них пора
выполнена. Вот и все. Мост наш. Что дальше? Долина взята в кольцо. Можно начинать атаку. Отлично. Ты меня не разочаровал. Нужно убедиться, что никто не сбежит. Свидетели нам не нужны. Понял. Ну что, ребята, покажем им! Построить укрепление! Готовимся к бою! У нас новая основная задача. Нам не удалось выполнить побочную задачу. Нужно шевелиться. Я знаю, куда иду. Я с ними разберусь. Замечена групповая цель. Я справлюсь. От них пора избавиться. Мне сюда. Я справлюсь. Можно шевелиться. Я с ними разберусь. Я справлюсь. Почти все. Если Виктор меня не подведет, дело, считай, сделано. Они на нас напали! Пока можно, Питер. От них пора избавиться. Мне сюда. Нужно шевелиться. Я справлюсь. Значит, вперед. Посвятой! Нужно шевелиться. Ясно? Значит, вперед. Посмотрим. Ага. По замку. Место старше для всех. Так? Ходьте с нами. В этот раз у нас будет план? Патрулируем. Да, надо сделать. Двигай. Готов к бою. Я знаю, куда иду. По замку. Войдьте до середка. Что есть? Я могу помочь. Нужно шевелиться. Докладывай. Иду, чтобы увидеть все своими глазами. Если это заслуживает внимания. Вижу группу. Иду, чтобы увидеть все своими глазами. Я с ними покончу. Их час пробил. Усвидкачна! Пасица! Офигите, фозыч! Трусы бегут. Далеко им не уйти. Наши люди... Молодец, Виктор. Мы выступаем. В получасе отсюда делаем привал и ждем до рассвета. Трактир спалить. Всех убить. Что? Там же гражданские. Гражданские или нет, свидетели нам не нужны. Они же ничего нам не сделали. Но они способны сделать в будущем. Например, выдать нас саксонцам. Чего ждете? Сожгите все. И так, чтобы было похоже на месть паланских повстанцев. Тебя убьют. Ублюдки. Трактир спалит. Всех убьют. Удивлен, как я могу жить, убивая невиновных. Это война. Это часть нашей природы. И она станет еще более разрушительной и жестокой. И в конце
она убьет все человечество. Значит, мы помогли той семье? А если вы ошибаетесь, эта война покончит с войнами? Завтра ты увидишь саксонское оружие, Виктор. Оно может поразить Санкт-Петербург в течение часа. Кто-то в Саксонии нажмет на кнопку, а в Русвете погибнут тысячи. Как можно сидеть и надеяться, что ее никто не нажмет? Мы должны владеть этой кнопкой. Твой экзоскелет — оружие, что нужно, но мои инженеры так и не понимают, как ты еще жив. Технологии Тесла — это как магия. Для него нет невозможного. Как думаете, он смог бы достать меня из экзоскелета? Ха, после того, как заставим его все объяснить, любой наш ученый сможет. Все его тайны до последней станут нашими. У нас будет сила, чтобы вернуть на планету мир. Никто не сможет нам помешать. Держись меня, Виктор, и окажешься в числе победителей. Какого лешего? Что это? Это безумие. Говорил же Виктор, не мы одни работаем над новым оружием. А эти ракеты — игрушка по сравнению с тем, на что способен Тесла. Наша цель — инженер по имени Генрих Штайнмец. До войны он работал на Теслу. Он может знать, как попасть на фабрику и не превратиться в пепел. Мы здесь. Вот это вражеская база, где нужный нам человек. И он выдаст нам нужные сведения? Итак, разведка сообщает, что он не работает здесь добровольно. И даже если он не проявит благодарности за спасение, у нас есть способы его разговорить. Тогда за ним. Внимание! Это не простые пограничники, а лучшие бойцы Саксонии! Бой будет трудным! Нам нужно подготовиться! Вы слышали, полковника? Нам нужна база! Нужны укрепления и ресурсы! Живо! У нас новая основная задача. Все, что требуется Русвету. Сейчас все поднимем, не беда. Все, что требуется Русвету. Побочная задача выполнена. Новое распоряжение? За дело. Сперва нужно закончить улучшение. Что надо проверить? Ищите добровольцев? Гранатометчики готовы вести всех. Походный шаг. Следуйте за нами к победе. Другое задание. Двигай. Это важно, если это заслуживает внимания. Что надо сделать? Лучше нас никого! Новые приказы! Новые приказы! Походный шаг! Что на этот раз? Готовы идти! Мы очистим путь! Держаться в укрытии! Гранатометчики ведут всех за собой! Ждать в укрытии! Держаться в укрытии. Следуйте за нами к победе. Сила неприятеля в поле зрения. Продвигаемся в ту сторону. Отличное место для стрельбы. Следуйте за нами к победе. Замечены множественные цели. Держаться в укрытии. Сила неприятеля в поле зрения. Скорей! Держимся! Was wollen die hier? Alarm! Черт! Через пару минут здесь будет полно саксонцев! Ну, путь покоя! Да! Продвигаемся множественные цели! Что требуется родине? Продвигаемся в ту сторону! Мы видим множество врагов! В атаку! Они на нас напали! Берегись!
отлично. Получи! Бей их! Ты покончен! Продвигайся на защиту. Мимо нас никто не пройдет. Заменяем линию огня. Завершено. Есть о чем сообщить? Обнаружена группа врагов. Saksońskie dokumenty były bardzo przydatne.
Podczas wojny Steinmetz uciekł z niewoli. Saksoni dotarli jego tropem do Kolna w Polanii, gdzie wciąż potrafił ich unikać. Mieli również akta innych współpracowników Tesli. Jeden z nich, znany Zubowowi Profesor, przebywał w Polanii. Dwa solidne tropy. Według raportu byli kluczowi, by pojmać Teslę. Zubow był w świetnym nastroju. Powiedział mi o organizacji Fenris. Wstąpiłem do niej. Janek, co ty zrobiłeś? To, co musiałem, by zdobyć jego zaufanie i dowiedzieć się czegoś o Fenris. Zabijając ludzi? Pomagając im? Czy uważasz, że robiłem to z chęcią? Chciałbym żyć w spokoju, bez tego żelastwa. Ich trzeba za wszelką cenę powstrzymać. Oni są groźni. Wiem o tym. Zubow złapał profesora w Zalesiu. Zabrał jego mechaniczne ramię. Zapewne ramię Tesli. I go zabił. Zabił wujka Lecha. I chciał zabić mnie. On? Ojca? Ja przysięgam. Nie wiedziałem, że to był on. I co z tego? To mógł być czyjkolwiek ojciec. Zapłaci mi za to. Musisz to przerwać, Janku. Zostań z nami. Nie mogę. Jeszcze nie teraz. Do zobaczenia. Janek! Jeśli dobrze rozumiem, to twój brat. Sama już nie wiem. Co robimy teraz? Szukamy Zubowa? Wiemy, gdzie się wybiera. Do fabryki Tesli. Tam musimy go powstrzymać. Najpierw opatrzmy rannych i pochowajmy martwych. Słyszeliście, co mówiła? Pomóżcie ludziom i przygotujcie się do podróży na Bałkany! Co ty wyprawiasz? Докладывай! Дирижабль упал вон там, в поле. Выжившие? Насколько мы знаем, все пассажиры выжили. Паланцы доставили их в замок. Замок Ксёнш. Мы считаем, что Штаймец еще там. Отлично. Сколько у нас времени до их эвакуации? Думаю, вряд ли много. Ксёнш надежно защищен. Я там сражался во время войны. Виктор! Дорогу герою Колна! Нужно больше сил, чтобы разбить их защиту. Прямо рядом с деревней находится большая военная база. И на этот раз нельзя позволить Штаймицу ускользнуть. Нужно захватить и удержать позиции здесь, здесь и здесь. И никаких промахов. Закончим дело. Солдаты, вы его слышали? Постройте базу, укрепите стратегические точки и сделайте все, чтобы мы попали в замок. Не знал, что во время войны Русвет сражался в этой части Полании. У всех есть свои тайны. Скорей! Скорей! У нас новая основная задача. Я могу помочь. Нужно шевелиться. Что-то нужно? Следуйте за нами к победе. Скажи, что нужно. Все, что требуется Русвету. Сейчас все поднимем, не беда. Улучшение постройки движения ведется в них с машины. Улучшенным ресурсом Русвета. Не можем поддерживать больше войск. Передовой раз у нас будет план? Передовое задание. Идем. Что надо делать? Здесь будет безопасно. Патрулируем. Заняли укрытие. Сюда! Идем! Замечены множественные цели. Здесь будет безопасно. Сюда! Всегда используйте укрытие. Пожалуй. Заняли укрытие. Замечена групповая цель. Патрулируем. Всегда используйте укрытие. Каждый выстрел на счету. Пора. Пока можно передать. Обнаружена группа врагов. Открыть огонь! Огонь! Заплатили, заняли укрытие. Замечены множественные цели. Двигай!
будет безопасно. Сюда! Замечен противник. Идем! Заняли укрытие. Всегда используйте укрытие. Готовы идти. Охотно. Просто дайте нам приказ. Здесь будет безопасно. Передавай. Основная приказ. Задача выполнена. Обыщите замок. Господин, внизу. Это что, Эмбиус? Тайный проход. Остановить их. У нас новая основная задача. Двигай. Патрулируем. Целься! Пора сражаться! Крушай! Они на нас нападают! Он у нас! Guten Tag, Herren! Герштайнец, рад наконец вас видеть. Вас непросто найти. Nur für diejenigen, die mich nicht finden sollen. Faszinierend! Русветская гордость. Узнаете технологию? Sieht aus wie von Nikola zusammengeschustert von ein paar Affen. Что ж, мы хотим учиться. Ну, schreckt euch ein da drin. Можете снять его с меня. Nein, bedauere, ist von nach meiner Zeit. Нам нужен доступ к фабрике Теслы и его изобретениям. Sie haben das schon mal versucht, oder? Im Krieg von 1905 haben verloren. Mein Freund Piotr Dibowski hat bei den Kämpfen seine Frau verloren, ist mit seinem Sohn und seiner Tochter weggegangen. Man sagt, sie haben ihn gefunden. Dibowski отказался сотрудничать. Gut. Вы работали с ним, с Дибовски? Ja, brillanter Mann, so wie wir alle. Wir wollten die Welt verändern und dachten, mit den Automaschinen wird das ein Kinderspiel. Schluss mit Hunger, Schluss mit schwerer Arbeit. Endlich Zeit zum Leben, fürs Studium, für die Liebe. Aber naja, sie haben unsere Maschinen für andere Zwecke benutzt. Вы доверили дикарям автомат и думали, все обойдется? Ха, не столь вы и умны, как считаете. Итак, как нам попасть на фабрику? Ihr braucht einen Transponder, aber von mir bekommt ihr den nicht. Und selbst wenn ihr an den Sicherheitsanlagen von Nikola vorbeikämpft, würde er einfach das Icarus-Protokoll aktivieren. И это? Der Grund, wieso ich weg bin. Упрямец, ты отдашь мне передатчик и покажешь, как его использовать, по-хорошему или по-плохому. Ich bin kein Fan von Schmerzen. Und außerdem haben wir Nikola geschworen, dass ihr uns nicht lebend kriegt. Leben Sie wohl. Ты спасаешь меня уже второй раз. Людочек. Забудь о нем. Это еще не конец, мой друг. Еще нет. Глупец не знал, что у нас есть это. Зови инженеров сюда. Мне нужен передатчик. И почему до сих пор нет врача? Я был в эпицентре взрыва. Будущего. Построен всего спустя 5 лет после создания автоматических машин. Пока Тесла и его инженеры придумывали машины, 1000 рабочих на его фабриках их собирали. А теперь город-призрак. Ведь одному старику вздумалось отказать покупателям в том, что им было нужно. Все равно его идею украли и создали собственное оружие. Представь оружие, которое способен был породить гений Теслы. Он мог бы выиграть войну за пару недель. Ему кланялись бы короли и кайзеры. Раз он боится использовать свою силу, мы возьмем ее. Как и его город.
Где Тесла? Полагаю, в святая святых. За этими дверями. Но вот в чем загвоздка. Ты! 20 шагов в том направлении! Чего ты ждешь? Эти катушки по всему городу не позволяют приблизиться к воротам. Вернее, не позволяли активировать передатчик. Передатчик из руки профессора должен определять тебя как союзника. Проникни туда и уничтожь источники энергии для этой катушки Теслы. Дай угадаю. Значит, вперед. Нужно ж от них пора избавиться. Я знаю, куда иду. Что ж, похоже, передатчик работает. Ясно? Значит, я с ними разберусь. Очень хорошо. Ты 20 шагов в том направлении. Построим здесь базу с сильной обороной. Они постараются починить источник энергии. Если им удастся это сделать, нам конец. Виктор, ты должен выключать вышки одну за другой. Как только здесь будет безопасно, мы закрепимся и отразим любое нападение. Наша последняя цель — эти двери. Их необходимо уничтожить. За этими дверями, Виктор, все то, о чем мы мечтали. Сволочь, за этими дверями я тебя и убью. Жду приказов. Новые распоряжения? Новые команды? Мы все просто быстро дайте построим. Нам приказ. Сюда! Новая работа? Двигаемся туда. Сейчас все поднимем, не беда. Всегда в пути. Передовая пехота. Это важно? Колокол здесь. Колокол в пути. За дело. Готовы Будем там, где нужны. У нас появился доступ к улучшенным ресурсам. Мы не можем поддерживать больше. Служба приказа. Перемещаюсь. Пункт назначения принят. Колокол в пути. Перемещаюсь. Вижу многочисленные силы противника. Бомбы в пути! Колокол по огням! Пункт назначения принят. Назначаем цели! Я их уничтожу! Замечен противник. Начинаем бомбардировку! Колокол готов стрелять! Я их уничтожу! Пункт назначения принят. Начинаем бомбардировку! Перемещаюсь. Бомбы в пути! Колокол в пути! По мне стреляют! Начинаем! Какая разница в чем? Новые команды? За дело. Точка сбора установлена. Больше войск. Патрулируем. Двигай! На марше!
Патрулируем! Это лучше, чем ничего! На марше! Патрулируем! Двигай! Отряд пехоты потерян. Я покажу дорогу. Что на этот раз? Нужно шевелиться. Ясно? От них пора избавиться. Я знаю, куда иду. Ясно? Нужно шевелиться. Они лезут из-под земли! Приготовиться! Дай угадаю. Мне сюда. Я знаю, куда иду. Ясно? Нужно шевелиться. Я с ними разберусь. Либо они, либо я. Ясно. Значит, вперед. Я знаю, куда иду. Противник! Мне сюда. Вы мне спуску не дадите, а, парни? Подходите, я здесь! Одна из наших боевых единиц получила ранг ветерана. Стоил, ясно. Боевая единица с рангом ветерана получила ранг Дэвиди. Пора идти! Я вижу, от них пора избавиться. Пробуйте, пробуйте, сволочи! Вы покойники! С дороги! Получай! Им не выбирайте подходящую цель. Готов к бою. Мой час пробил. Либо они, либо я. Подходите, я здесь. Живой вышел из боя. Ищите добровольцев. Сделаем. Когда к власти придут нужные люди, все будет как следует. Что надо делать? Будет план. Патрулируем. На этот раз всего один. Передовая пехота! Пристрелим их! Они на вас! На марше! Передовой отряд с этим разговаривает! Каждый выстрел на счету! Смотрите под ноги! Сюда! Пристрелим их!
месте. Что надо сделать? Заходим. Другое задание. Они чинят генератор. Просто дайте нам приказ. Патрулируем. Заняли укрытие. Они нас обстреливают. Двигай. Сюда. Передовую каждую сторону. Кому добавки? Всегда используйте укрытие. На марше. Здесь будет безопасно. Идем. Враг один. Если нужно. Замечен. Они на нас напали. Каждый выстрел. Создал свои автоматические машины. Что случилось? Полковник, крупные силы врага подходят к городу с севера. Черт. Защищайте вход любыми средствами. А ты найди его. Обыщи чертову фабрику и найди мне Николу Теслу. Живо, живо! Это все? Так точно. Мы думаем, это последний. I'd be obliged if you'd refrain from further damaging my property. Мы официально конфискуем все документы, инструменты, машины и другие полезные материалы из здания. You won't find many documents of use to you. It's all in here. Тоже хорошо. У вас будет много возможностей поделиться своими знаниями, наслаждаясь гостеприимством великого Русвета. Mother Rusvet or Fenris? Вы можете снять экзоскелет? Отставить! Взрослый разговор. Можете? I could. Хуже врага может быть только предатель. Долго этого ждал. Придется подождать еще. Обыщите это место. Принесите мне все. Все кончено. Вы проиграли. We all lost today. Что тут происходит? Что вы сделали? Колонель Зубов, нейм зи петеди фафагунта. Какого лешего ты здесь забыл, Гюнтер? Бесейб ви имя, иннен раштет.